Друзья, добрый день. Дмитрий Калугин с вами, человек, который войдет в историю русской литературы. И Дэн Бомбардировщик Соколов за рулем этого болида, болоида на трассе М10, которая ведет на север Российской Федерации, вашей любимой федерации. На северо-запад. На северо-юг. Вот, и значит, мы едем сегодня в город Тверь для того, чтобы почтить память очень известного персонажа Михаила Круга. Мы намерены посетить Лазурный. Это ресторан, про который во многих песнях пел Миша Круг. Это вам не Лазурный берег, это Тверской Лазурный ресторан. И также мы посетим его памятник и, возможно, могилу. И вот в рамках поездки в Тверь к Михаилу Кругу мы решили записать песню его тезки практически. Да. Андрея Губина и группы «Краски». Те, кто любит и любим ваши любимые рубрики «Автокараоке», друзья. А он будет за Андрея Губина, а я за группу «Краски». За всю группу сразу. Кстати, только что проехали место, где разбился легендарный хоккеист Харламов. Это рядом с Солнечногорским районом. Изображаем нежность, грусть, тоску, надежду, любовь. И мечты о любви. И много денег. Изображаем много денег. Посмотрите все на него, именно так выглядит много денег. Поехали, друзья. Белый снег снова достанет краски, как во сне. Время изменит маски, и тебе я скажу, что люблю, как дышу, и хочу знать ответ. Или да, или нет, в небе полетаем, и тогда узнаем, что любовь другая, что любовь как сон, так отныне будет. Пусть никто не судит тех, кто любит и влюблен, тех, кто любит и влюблен. Белый снег и без ключей от рая, и к тебе, и к тебе. Я побегу по краю, все понять, все простить, что-то вдруг изменить и сказать навсегда. Или нет, или да, в небе полетаем, и тогда узнаем, что любовь простая, что любовь как сон, так отныне будет. Пусть так будет, пусть никто не судит тех, кто любит и влюблен, тех, кто любит и влюблен. Я вот очень долго думал над фразой «тех, кто судит». Видимо, все-таки о суде. Видимо, все-таки о денежной суде. Видимо, именно так измеряются отношения людей. Ну и отсутствие этих отношений. Поэтому... Выезд за пределы Московской области порождает какие-то интересные финансовые мысли. А главное не деньги, главное... Любовь! Цифры! В небе полетаем, полетаем мы, и тогда узнаем, что любовь простая, что любовь как сон, так отныне будет. Пусть так будет, пусть никто не судит тех, кто любит и влюблен. В небе полетаем, и тогда узнаем, что любовь другая. Цифры, 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 только цифры. Пусть никто не судит наши цифры и его, наши цифры. Наши цифры. 22. Дорогие друзья, Дмитрий Калугин, человек, который войдет в историю русской литературы, Дэн Бомбардировщик Соколов, наш болид, мчащийся по трассе М10 и ваша любимая рубрика «Автокараоке». Всегда с вами.